совершенно другое пространство, насыщенное информационными тут всякими ресурсами, электропитание есть, это и совершенно другая кухня. Вот, и вот этим открытием мы сделали следующий шаг к развитию нашего внутреннего мира в университете. Очень много новинок разных, да, это и итальянскую кухню, это пиццы, те же самые и японскую кухню, разнообразные бургеры, хот-доги, первые блюда, вторые. У нас здесь находится кухня полного цикла, где мы все это приготовим. Поэтому это все всегда свежее, из-под ножа, мы готовим, горячее. И поэтому и студенты, и работники университета получают качественную, вкусную продукцию.